Всем доброе утро. Сегодня у нас 10 ноября, среда. Иду на работу. С этой стороны, с торца, у нас сейчас никаких выставок нет, хотя висят две афиши. Юрий Пименов, Михаил Врубель. Пименов до 9 января, Врубель до 8 марта. Но это все вход, вот, где центральный вход, не с торца, не где центральный дом художника был, а вот там, где центральный вход, там две выставки. С этой стороны у нас пока ничего нет, все закрыто. Ну как, ребятки, погодка? Сегодня около нуля. С утра было минус 3. Не знаю, сколько было ночью. Стою напротив парка Горького. Держу телефон. 6 пальцами стараюсь не трясти. Все-таки, когда я держу в одной руке, хуже получается. Что-то все трясется у меня. Вот тут прямо по курсу за деревьями Крымский мост. Парк Горького. Раньше вот то здание, я не знаю, как оно называется. Вроде там Дом культуры был раньше от парка Горького. Отсюда мне ничего не видно. Вот там высотку отсюда видно вдалеке. Высотка это... по-моему, на Смоленской площади МИД Министерства иностранных дел. Отсюда плохо видно. Ой, у меня тут пакетик, сумочка с едой на весь день. Я сегодня до 6, домой 7 приеду. Ну, слава богу, что не до 9 вечера. Когда до 9, я еще позже приезжаю, в 10. Сегодня хотя бы более-менее... Давайте дальше, что ли, пройдемся. Но я сейчас буду идти, и все будет трястись. Давайте пройдем с вами до следующей скамеечки потихоньку. Ой, я, конечно, стараюсь держать телефон, не трясти. Но у меня ничего не получается. Хоть ты тресни. Ой, капюшон хоть снять, что ли. Я шапки не ношу, хотя на улице около нуля. Я пока без шапки. Я даже зимой их не ношу. Слава богу, у меня капюшон есть. Если что, можно накинуть. Времени совсем нет. Больше, чем на 5 минут. Записать не могу. Ребята... И девчата. Погода, слава богу, еще более-менее такая, знаете, по крайней мере, сухой асфальт. Нет, ну плитка сухая, вот. По крайней мере, нету ни дождя, ни снега. Потому что если прошел бы дождь, ночью бы все это замерзло, и сейчас бы здесь был каток. Но я на всякий случай уже в зимних полусапожках. Потому что, ну и теплее. Не так скользко, если наступишь там на лужку какую-нибудь замерзшую. Но погода еще хорошая. Я вот вышла с подъезда на крылечко. По крайней мере, на крыльце сухо. Ну, так же, как вот здесь. Никакой воды, никаких луж, никакого льда. В прошлый раз я вот здесь белку снимала. Ну, где котенок, кот гонял белку. Сегодня вроде никого здесь нет. Никого нет, ни котов, ни белок. Сейчас 5 минут постоим, пойду работать. На работу. Арбайтен. Денежку зарабатывать. На одну пенсию не проживешь. Пока есть здоровье, надо работать. Ой. Купила себе темно-синие брюки, почти фиолетовые, на работу ходить. Ну вот сегодня надела, вроде нормально, ноги не замерзли. Они, конечно, не шерстяные, там ни грамма шерсти. Зимой в них не походишь, но ничего лучше не нашла. Купила. Но если будет минусовая температура,
Вот когда около нуля, плюс-минус там 3-5 еще можно надеть. У меня вот ноги вообще сегодня не замерзли. А вчера, кстати, вечером вышли гулять. Я надела шерстяные брюки старые. Ну, они так чуть-чуть утепленные. И я надела эту куртку. Новую, розовую, которая там из верблюжьей шерсти. Наполнитель. Короче, куртка теплая, все. Но такой был вчера ветер. У меня, блин, ноги замерзли. Прям идешь, эти брюки насквозь продуваются. Такой вчера был ветер сильный. Коленки мерзнут. Хорошо, что куртка еще такая, знаете, длинная. Хотя половина там ноги закрывает до колена, там чуть выше колена. Вот. Но все-таки я так уж подумала, что зря я эту куртку купила. Надо было пальто покупать. Вот если бы эта куртка на верблюжьем меху была бы чуть ниже колена, до колена хотя бы, чуть ниже колена. Ну, в общем, все, я пришла к выводу, что больше я никаких курток на зиму не покупаю. Только пальто, ребята. Какой бы длины ни была куртка, я вроде покупала под брюки, подлиннее, хорошо еще короткую не купила, вот как обычно куртка там чуть-чуть задницу прикрывает. Это вроде подлиннее. Конечно, можно в ней ходить, но если не на улице не ходить, там час-полтора, если добежать до ближайшего магазина за молоком, за хлебом, то в принципе можно. Ну, конечно, нужны теплые брюки. Или под низ какие-то колготки пододевать. То есть до магазина добежать можно. Ну, как вот мы вчера вышли погулять на часок. Честно говоря, у меня ноги-то замерзли, коленки. Все-таки под такую короткую одежду нужны теплые брюки шерстяные. Я пробежалась там по двум магазинам в Химках. Брюки себе не нашла теплые. Были там одни 40% шерсть. Ну, во-первых, они на мне не сошлись, 56 размер, хотя было написано, они маломерки. Мне сразу сказали, берите 58, но там еще и рост мне не подошел, сантиметров на 10-15. Ну куда, я их что, в ремонт понесу, мне больше делать нечего, все деньги за это платить. Думаю, нахрен, ничего не купила. Потом нашла хороший такой магазин, больших, одежда больших размеров, от, не знаю, от какого, но 3XL там точно есть. Ну, большие размеры. Я, правда, там сильно больших-то и не видела, но, по крайней мере, выбор есть. И вот я там, кстати, примерила брюки 56 размера, и что-то они так немножко большеватые мне были. Продавец так посмотрел сразу, говорит, вам надо на размер меньше. Но они на такой, на широкой резинке турецкие. Не надо ремень носить, а то вечно перетянешься, блин. Вот. Еще эта пряжка от ремня торчит под этой, под рубашкой, выпирает, как беременная. Нафиг. А тут широкая резинка 10 сантиметров почти на брюках. Не надо никаких ремней, блин, носить. И я взяла 54-й, прекрасно в них влезла. Вот сейчас я в них пришла. Долго не могла понять, какой это цвет. Черный или темно-синий. Но вообще я темно-синий брала. Вот видите, какие брюки. У меня пальто синее и брюки синие. Ну, они почти темно-фиолетовые, темно-синие брюки. Нормально. Ну, конечно, зимой в них не походишь. Я через недельку-другую к ним еще загляну. Может, там еще что-нибудь завезут. Одни там были странные какие-то брюки были. Вот сзади они синие, как эти, а спереди серая шерстяная. Серые вкладки. Короче, брюки из двух цветов. Сбоку смотрится, как половина темно-синий, половина серый. Ну, я подумала, ну, на работу в таких точно нельзя, в причудливых. На улице, если бы они все были шерстяные серые, а они, блин, вообще какие-то 50 на 50. Короче, потом какие-то черные с лампасами она мне предлагала. Я говорю, нет, мне нужны зимние теплые. Ну, уж если не на работу, я уж согласна была даже в клетку купить. Ну, чтобы шерстяные теплые гулять на улице. Мне там, кстати, одни спортивные понравились, но они, правда, серого цвета. Я серый цвет не ношу. Были бы темно-синие, черные я взяла. Но я думаю, к ним надо наведываться. У них бывают нормальные брюки. Вот именно не классические, а больших размеров на резинке. В классические я не влезаю. У меня курдюк не помещается.
Короче, ладно, ребятки, всем пока-пока. Сегодня больше не снимаю, смонтирую это видео с вечерними фотками и приду домой где-то часиков там вечером 7:30 выложу. Всем пока-пока. Сегодня короткий день, 7 часов видео выложу.